Голос кочевников Гагенкукжиме, улыс хорынным фестиваль, урган дилистегер унгаржабена. Эны жылды энді, илдып гурынудхе, зоғарын кукжамшыт хабадыха, мұнохыда Максим Душимаев ба Ариуна хойыр дуға долаба. Байла. Дух укжем шагнажу урдёк тугу. Угу, шо урдёк увенти, мно наша ерваб дин арионы хархая. Улыс хорындын, голыс кочевников гын кукжеме фестивальда ханга ерэп тэгш коржу гэрта. Всем привет. Иркутская область, город Усть-Илимск. Ирху можго ерэдыше, га? Ага. Хыр бэнте дэнэ голыс кочевников гын фестиваль танда? Бин нэрдэ... Негдехирадвина, Пасхам Нихле, Эхенер, Волханих же Эхенер, Международный фестиваль Волханих Шхле, Тигетла Намьелг. Моно дырто юхар же урдёпта. Инда ходлда наймани харап, Тигетла нанугу сэнан очи харатлан, хайирадвина. Играем инди-фолк, инди-поп, что-то вот между. Мы сначала подались в Екатеринбурге на фестиваль New Open, и там была Наталья Уланова, которая художественный руководитель этого фестиваля, «Голос кочевников», и она выбрала нас и пригласила уже в этом году на, собственно, в Бурятию. Сколько всего артистов будет участвовать в этом году? Ну, по количеству музыкантов 184 человека. 184? Да. Ну, а по группам 30 групп, да. Не считая диджеев, еще 30 диджеев. Итого, ну, 60 музыкальных коллективов. И сколько количества билетов продано, сколько ожидается зрителей в этом году? Я не знаю, там огромная очередь, но до начала фестиваля было продано 15 тысяч билетов. На фестивале я вообще первый раз. Я не думал, что этот фестиваль настолько масштабный, даже не обращал на это как-то внимания. Но я знал, что есть такой праздник, фестиваль «Голос кочевников», и все говорили, что здесь очень весело и интересно. Но я сейчас впервые своими глазами увидел и наслаждаюсь, я хожу и наслаждаюсь вот этой атмосферой здесь. Игет голос кочевников Гаган Кукжаме, улыс хорынным фестиваль, урган дилистегер унгарбы гэша, олын элшы сулара, олын доушыт донуда гысытко. Владимир Севрюк, Чингис Хамагаев, Бурят ТВ, Загарен МК.